Я думаю, что это положительное решение, потому что сейчас какой-то беспредел идет. Уважение к учителю должно быть. Обязательно. Там, во-первых, сами родители должны. Ведь все мы учились когда-то. И вас учили, и нас учили. Учителя, как родителя, надо любить, уважать. Я считаю, что это правильно. Как бы, ну, есть и отношение учителей к ученикам не соответствующее. Также и бывает наоборот. Я считаю, что и тех, и других в таких случаях надо наказывать. Да, это максимально актуально, это нужно, потому что сейчас в основном ученики. Это, ну, грубо говоря, зажравшиеся малолетки, которые считают, что им все можно. Ну, разумеется, там всякие случаи, когда там буквально и бьют учителей, детки, ну, уже достаточно взрослые. Ну, я согласен, что какие-то меры, конечно, надо принимать, чтобы повысить их ответственность за свое поведение. Конечно, это некоторых родителей, может быть, и взбодрит, которые считают, что дети вырастут за счет интернета, да, а не за счет их помощи, их воспитания. Но как к другим быть, я не знаю. Но учителя, конечно, тоже надо защищать, потому что сейчас уважения-то нет.